adaptation. Но это история про адаптацию. What do you mean by adaptation? Что вы понимаете под адаптацией? This is, of course, this is Russia, the Russian Federation. Это Россия. And here you have Norway, Sweden, and Finland. Норвегия, Швеция и Финляндия. And people and animals are living in this region, adapting to seasonal changes. Люди и животные, проживающие вот на этой территории, они адаптируются к изменениям, которые происходят каждый сезон. Mainly adaptation to snow and snow change. В основном это адаптация к снегу и к изменениям снега. So snow is very important when we talk about adaptation. И снег это очень важное понятие, когда мы говорим об адаптации. Okay, but I didn't.